Вам нужно записать видео с экрана компьютера в HD-качестве? В программе Movavi Screen Capture Studio можно записывать HD-видео из интернета, а также потоковое видео, видеочаты и любые программы на вашем компьютере в превосходном качестве. Этот видеоурок расскажет, как это делается. Шаг первый. Откройте программу Movavi Screen Capture Studio. Если программа еще не установлена на вашем компьютере, пройдите по ссылке и скачайте бесплатную версию. Шаг второй. Настройте параметры записи. Оранжевая рамка рядом с окном программы — это область экрана, которая будет записываться. Настройте ее размер и положение так, чтобы внутри рамки оказалось окно нужной вам программы, окошко видеочата или плеер с видео из интернета, которое вы хотите записать. Далее нажмите «Захват настройки» и во вкладке «Видео» установите значение «Максимальная скорость захвата» равным 60 кадрам в секунду. Если вам нужно записать видео со звуком, поставьте зеленую галочку на иконке в виде динамика. Шаг третий. Начните запись. Нажмите кнопку «Рек». Перед тем, как начать запись, программа отсчитает 5 секунд. Вы можете контролировать процесс записи при помощи кнопок «Пауза» и «Стоп» на панели программы. Шаг четвертый. Сохраните видео в HD-формате. Нажмите кнопку «Стоп». Перед тем, как сохранить видео, вы можете выбрать отдельную часть записанного, обрезав лишнее. Используйте для этого оранжевые маркеры. Затем нажмите на список «Сохранить как», выберите раздел «Видео и аудио» и категорию «HD-видео». Вы можете выбрать один из предложенных HD-форматов, например, MP4, WMV, MKV и другие. Наконец, нажмите «Сохранить». Готово! Скачайте бесплатную версию Movavi Screen Capture Studio и записывайте HD-видео с экрана вашего компьютера. Понравилось видео? Хотите задать вопрос? Оставьте комментарий под видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить последние видео и узнать о других программах Movavi. Ограниченное предложение. Воспользуйтесь секретной ссылкой на покупку со скидкой.